лучших городов по-настоящему стыдно сегодня, ведь оно явно уступает по зрелищности, яркости и ослепляющей атмосфере фестиваля Head Sound. Здесь поют гимн лету и жарятся под киловатты живого звука. Head Sound многие называют самым стильным музыкальным событием года. Оно не календарное. Когда появится желание, тогда и проведут. Первый фест возник спонтанно, на полном энтузиазме организаторов. Они же музыканты хорошо известных ивановских групп. После перерыва в 3 года поняли, что пора. Мы за аналог берем фестиваль пикник-афиши в Москве, где собираются группы именно стильные, как раз таки, ну, если можно сказать, добрые группы, то, наверное, да. Я еще называю это фестиваль чистых ботинок и выглаженных брюк. А значит это, что культура должна идти со сцены, без агрессии и пресловутой неопрятности рок-музыкантов. У меня в примере, в плохом, стоит один из наших главных фестивалей. Я, наверное, не буду его говорить, да? Или можно? Антифабрика, конечно. Вы видите, как сегодня люди собрались. Абсолютно неагрессивные, позитивные и порядочные. Мы здесь молодые, мы здесь интересующиеся тем, что происходит в мире. Мы здесь инициативные, мы здесь, собственно, готовы ко всему новому и движению вперед. А еще на Head Sound царит всеобщая доброта и светлота. Здесь вам не только музыка и развлечения, но и все формы и состояния современного искусства, умещенные, правда, в одном человеке. На самом деле сейчас исследование на пространстве умного луча. Это метафизическая программа, некая как бы концептуальная игра, которая позволяет, ну, создать проекции нереализованные, предположим, Тесла или еще там, ну, любыми как бы, любые нереализованные технологические исследования. Сами гости фестиваля, по-моему, вряд ли успели обратить внимание на общение пространства с умным лучом, хотя их об этом никто и не просил. Мне это не интересно, что интересно людям. Скорее вот так. Итак, главное, что нужно усвоить, на Head Sound любят жизнь и занимаются этой любовью на протяжении всего дня. Солнце, трава, воздух, ну что еще нужно для лучших летних выходных? Поехали с женой отдохнуть, получить заряд бодрости и оптимизма. Играет много прекрасных команд, которые мы все любим. Я думаю, что по этой земле, по этой травке идет очень мощная энергия, которая передается от каждого человека друг к другу. И все они как будто мощной ниткой и сетью окутаны, и все танцуют, веселятся и радуют. По асфальту этого не проходит, я чувствую так, наверное. Многие зрители особенно отмечали высокий уровень качества музыки групп, выступавших на фесте. Организаторы выбрали их не случайно. Они постарались создать уровень современной актуальной западной музыки. Брит-поп, инди-рок, инди-поп. Творческое творчество и неискусственное искусство Head Sound было совмещено и с благотворительностью. Для Лизы Камановой, девочки с редким заболеванием, было собрано около 4 500 рублей. Все деньги полностью пошли на необходимые медикаменты для Лизы. А это еще раз подтверждает, что сюда пришли не только отдыхать и веселиться. Здесь собираются люди, которые в этом понимают. Понимают в моде, понимают в дизайне, понимают в музыке, в еде, вообще в смысле жизни в каком-то. То есть, как надо жить. Люди думающие, читающие. То есть здесь, по крайней мере, ты приходишь, и это гарантия того, что ты познакомишься, ну так скажем, с интеллектуальными людьми, я бы даже сказала. Всем, кто смеется, и всем, кто молчит, тем, кто рисует, и даже тем, кто спит, скажи спасибо им всем. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.